Добрый вечер, мои зрители. Приехала на медицинские процедуры в центр Гларус. Здесь полный комплекс медицинских услуг. Я иду на магнитотерапию. Четыре корпуса. Я иду в этот центральный корпус номер 4. Здесь даже есть гостиница на китайском языке, обозначение. Много китайцев к нам приезжают. После Гларуса небольшая прогулка. Мурманский травовый флот. А раньше это был междурейсовый дом отдыха моряков. Вот такое красивое здание. И рядышком сделали такой небольшой сквер. Очень солидное здание. У нас тут была свадьба там, между рейсом дом отдыха моряков в ресторане. Тише гостиница находится. Там здание. Вечерний Мурманск. Давай слова учить. Всем известная песня военных лет. Музыка Славьева Седова. Слова Чуркина. Вечер на рейде. Слова Чуркина. У нас зам по безопасности Чуркин. Да? Ну, ВВ. Ага. Да? Это муж его предки. Стрелку снял? Угу. Ну как ты ее, чтобы она все нормально смотрелась. Вы поди туда. А там музыка играет сейчас? Ну сейчас она играет только во время, когда это. О, а там флаг еще Советского Союза. А я и сняла по центру. Стелла погибшим при защите Советского Заполярья. Раньше тут играла музыка, но сейчас. Сейчас она играет. Играет, ну, да? Ну когда это? Когда там ровное количество часов. А мы не знаем. Угу. Пройдемся по аллее. Здесь представлены все корабли нашего флота. А вот плавбаза. На такой плавбазе ходил мой папа. И тут представлены различные типы. Это что? Траулер. Это мазунды. Это тралфутовские суда. Угу. Телосерия. А здесь еще в Польше какие-то строились. Ну вот, ну тут видишь, вот это не весьма. А тут, да, птички.
мы такие работали, видишь, в таких районах океана. Вот в таких районах океана работали. Тихий, Атлантический. Ача. Вплоть до Америки. Тихий океан. Тихий океан, Южная Америка, ЦВА, СЗА. Внесли огромный вклад в развитие рыбного Мурмана. И перечислены все руководители. Пожалуйста. Коля, а папа работал при Карельском, да? А? Папа работал вот это? С Карельским работал, да, с Каргиным работал. Каргин? Карельский, он хорошо отзывался. Карельский, да, да, они вместе работали. Ну и все, на 2000-м заканчивается. Ну, очень было приятно пройтись по этому скверу. Вот еще раз посмотрите, какая тут красота. А сейчас поедем по вечернему Мурманску.